Мне интересно, чем живут молодые люди, о чем думают, как планируют построить свое будущее. О чем мечтаю я? Планирую развиваться в своей профессии, чтобы достаточно зарабатывать, завести семью, жить долго и счастливо. Я думаю, все этого хотят. Я верю в теорию шести рукопожатий. И мне не хотелось, чтобы с помощью меня коронавирус мог развиваться и распространяться. Я вакцинировалась. На вопрос «почему?» без лишних слов скажу. Во-первых, чтобы не стать причиной болезни кого-то и обезопасить себя. Во-вторых, чтобы и дальше спокойно продолжать свою добровольческую деятельность, жить активной жизнью. Хочу не бояться встречаться с друзьями и окружающими людьми. А в-третьих, у меня совсем нет времени на то, чтобы болеть. Конечно, болеть ковидом не входит в мои планы. Полгода назад от осложнений во время ковида у меня умерла мать, так что лично для меня не осталось никаких сомнений в опасности этого вируса. Я не могу позволить себе причинить вред окружающим меня детям и приняла единственное правильное решение – пройти вакцинацию. Сегодня и перед моими студентами стоит выбор – остаться здоровыми людьми или подвергнуть себя опасности заболеть. Если они видят себя в прекрасном будущем, они, конечно же, выберут профессиональную карьеру, достаток, благополучие и здоровье.